Как уехал? Ну, по-моему, все уже сменял. Итак, результаты. Первый — Сафронов Иван. Второй — Денис Саленцев. Третий — Ефим Блинов. У меня все хорошо с горлом. Четвертый — Андрей Верин. Пятый — Олег Строганов. Шестой — Андрей Потапчик. Седьмой — Павел Карташов. Восьмой — дисквалифицированный Андрей Крошин. И не Строганов. Ну что, Крошин дисквалифицирован. За то, что ты на прогревочном круге обогнал Строганова и уехал. И потом ты ехал в две педали, тебя дисквалифицировали уже по трассе. Я тогда все дисквалифицировали, меня остановили, сказали, что это еще раз будет, меня дисквалифицируют. А остальные-то я нормально ехал. Вот мой косяк был, что я вот его обогнал. Машина горела, ничего не знаю. Олег, тебе тоже предупреждение за прогревочный круг. Это отсутствие тренировок здесь, на накатах. Это отсутствие, я серьезно говорю, не знаешь трассу, не знаешь машины. Почему за два дня все это менялось? Мы вообще ездили на Лиман, чтобы тренироваться там. Никто не знает поведение-то машины, правильно? Правильно. Тем более вы в четверг поменяли, а в пятницу уже здесь кататься нельзя. Сена, молодец. Сена, молодец. Но все остальные пилоты Формулы-1 вообще лохи. Нахера они тренируются, правильно? Накатываются на трассу. Олег, мы тоже тут не катались и уже относительно давно. Сразу видно. Всех сегодня. Спокойно. Видно на трассе, кто катался, кто нет. Да. Но мы месяц назад катались. Еще видно, у кого есть. Я бы катался вместо Лиманса здесь. Хорошо. Тогда я протестую против Гран-при Возрождения. У вас это домашняя трасса, вы там катаетесь. Вот сразу выдали тактику. Вы тактически подходите изначально. Вы решили здесь сделать. Ничего не решили. Получается, это ваш. Сами признали. Замечательно. Что ты тогда гоните-то, блядь? Я почему гоните? Вот она сама-то что свела. Что это ее домашняя трасса. Ну и что дальше? Она ехала в отдельном заезде. Я еду в отдельном. Что ты зарываешься? Я против теста. Все, хорош. А что за налет тогда? Вы тут катаетесь. Все, накатывай. Чего ты зарываешься? Она сама языком сказала, что это ее домашняя трасса. Докажи, ты дякую. При чем здесь Марина? Что она начинает здесь? Сразу видно, кто здесь катает. Кто здесь катает? Сама сказала, сама понял, с каких проблемами. Я не сказала, что она домашняя. Все, понятно, мы тебя поняли. Ну вы тут не катались. Понял, Андрей? Месяц назад не считается. Ты шестой. Ты так и остался. То есть ты второго, давай скажем. Ну там потом. Шестой у нас стоит точный список. 100%. По их вот распечатать.
Нет, они это же позиция. Они переключили. Я его штрафану на одну позицию мирского разворотности. Я сам лично. Появился именно педалирование. Я чувствую, что она скользкая, и я на ней старательно ее. Понимаешь, я не говорю, что я знаю. Для меня там один поворот вообще был удивлением. Понимаешь? Я хоть его и видела в четверг, но я не знала, как там ехать. Я его видела в четверг. Я же ездила сюда, вот, опять, в Питере, сюда, в Питере, в Питере, в Питере. Я смотрела эту трассу из окна. Чтобы понять, вообще нужен брифинг, что здесь делать, понимаешь? Вот ребята вам подали, все рассказали. Мы здесь не катались. Что-то сделали, нельзя переносить. Это важный момент. Трассу перенести можно. Не катались. Я представляю, что тут было гонка вообще-то. Макс, Нужно улицу дают? Нет.